Всем привет, друзья! Мне пришла вот такая вот Ultimate Valkyria. Это оригинальная Ultimate Valkyria, последняя от Takara Tomy. Мы видим вот замечательную Валькирию. Это, получается, все прошлые модели Валькирий соединены в один бой. Вот этот. Ultimate Valkyria. Вот так вот. Давайте осмотрим сначала коробку, а потом уже пройдемся по деталям. Так, вот тут надпись Beyblade. Это первое. Потом... Вот игральная карточка, но это фигня. Потом, вот тут написано, что это атакующий бей. Я по вот этим значкам показываю. Ну, а другое там, в принципе, не важно. Вот вот так. Тут что-то по-японски написано, но это я не знаю. Вот красавица. Потом, что здесь? Тут нарисован Белиал. Нарисован просто, как он собирается. Это типа новая система. Вот вот так вот. Потом... Вот его характеристики, он атакующий, вот я вижу, очень хорошо атакующий. Потом, вот детали, вот крышка сама, вот вот такой диск, это как от Voltrek V2, только это побольше, вот вот так вот. И еще вот наконечник Variable. Кстати, очень плохой наконечник, потому что, блин, они могли бы поставить какой-то другой атакующий, и было бы лучше. Вот вот так вот. Все, сейчас будем распаковывать вот такую замечательную Валькирию. И вот момент истины. Открываем, я ее вижу, друзья. Я открыл с правильной стороны. Погнали. Вот, я ее открыл. Так, сначала пройдемся о наклейках его. Этот идет инструкция, точнее буклетик. Вот буклетик идет. Погнали. Вот наклеечки тут я вижу сразу же. Так, наклеечки отложим. Что здесь пишут вообще? Угу. Voltrek. Короче, инструкция неинтересная о Voltrek. Убираем. В сторону. Так, вот он. Замечательный Voltrek. Так, окей. Сейчас будем распаковывать его. Итак. Первая деталь. Это вот такой вот Variable. Вы видите его. Какой же он классный. Просто офигенный Variable. Интересно, я сейчас пытаюсь понять. Это резина? Насчет этого я не знаю. Вроде да, это резина. Круто. Так, вот такой вот диск. Навороченный. Это уже побольше. Чем у Voltrek V2. Я сейчас вам принесу Voltrek V2. Так, вот наш Voltrek V2. Вот, вот такой маленький диск у него. А вот новый у меня слева. Сейчас уберу детали все и посмотрим. Вот, вы видите, последнего сезона и первых сезонов. Вот вот так вот. Ну, идеальные, просто идеальные диски. Так, и дальше. Самое главное, это у нас крышка. Вы готовы? 3, 2, 1, вперед! Ой, какой же это кайф. Оригинальная Валькирия. Вы это понимаете? Вот так она выглядит. Просто идеальная Валькирия. Я просто пытаюсь понять. Да, это резина. Вот такая вот Валькирия у нас. Так, давайте ее соберем. Так. Так. Давай. Оп. Оп. Ого. Это один щелчок только. Вот она. Родная Валькирия. Вот у нас и Takara Tomy. Я имею Takara Tomy. Ура. В общем, вот такой вот бей. Я еще на него наклеечки наклеил. Забыл показать. Вот сейчас вы полюбуйтесь этим. Вот такой красивый.
Щелчки, конечно, хорошие. Просто идеальный бой. В общем, всем пока.